Всем привет, ребят! Ну что, настало время потестировать новую героиню Кровавую Мэри, которая, в принципе, очень интересная, шатает, реально шатает ограничения. Мы вчера ее потестировали на волне АК, затащили волну АК-3, пришли к тому, что ей надо реально деф, потому что фреи пробивает, но там, конечно, жесткие фреи, они пробивают. Но в итоге мы собрали вот такую вот сборку, я ее уже немножко показывал с Озашкой, почему именно огненная защита от огников, чтобы они не пробивали ее на полную мощь, то есть и плюс они убиваются очень хорошо. Также была у меня тут суперсила, мы вытащили, поставили, но герой очень сливается на отражалках, то есть на асурах, на других героях герой реально сливается, на фобусах, которые имеют ограничения, поэтому особо много дамага ставить тоже неохота. Я вам показывал сборку с 10-м вальсом, то есть она у меня собрана на уклонение была с вот этим вот пэтом. То есть дополнительно тут нормально у нас получается уклона. В районе 13 тысяч он еще не докачан до максималки. Но этого вполне хватает. Вот. И я уже прокачал 30-й прорыв и обещал, многие спрашивали, показать ее на максималке. Поэтому поехали, показываю вам на максималке, что она может, как она может, как оно есть. Для PvP-локации однозначно я вторым талантом буду ставить ей ПДшку. Без нее она сливается. Плюс нас очень хорошо станет. Вот видите, ну сейчас, если брать PvP локацию, вальс сюда намного лучше будет. То есть СО, по сути, как-то так. Хватает одной огненки, честно говоря. То есть СО ставить еще дополнительно смысла нет. Новый талант, ну такой себе, я к нему тоже дойду. А вот вальс для отхила заходит на ура. Плюс, если ставить вальс, то лучше уже ставить СС-ку, а не обряд. Ну, сейчас к этому тоже дойдем. Поехали еще раз в рейды. Посмотрите, что она может на максималке. Есть сборки с уклонением Зефира, Огника, по которым она не попадает. Она не может их пробить. Это нормальное явление. Там многие пишут, вот она не шатает. Она шатает очень даже ничего. Судя по тому, что кто вчера был на стриме, видели, я показывал ее, в определенных сборках она их пробивает. Конечно, есть сборки, по которым она мисует, то есть тут надо точность. Но вот 30-й огник с питомцем. Вот видите, отхил лям 200, она его на 500 пробивает, 900, 400, миллион, миллион, и все, его нет. И это не атакующая сборка. То есть это не герой, не собран на атаку. У нас нету, по сути, ни суперсилы, ни пакта, там, ни грубой силы. Потому что с ними она просто будет... Ну, у нее хотя и есть деф, но судя по тому, как вы видели на АК, по ней можно хорошенько попасть в фрей, и она сольется сразу же. То есть тут, вот, например, оккультиста она не сольет. Она будет с ним стоять в такой дефной сборке очень долго. Ну и он, понятно, ее... уже не сольет. То есть самое основное то, что она игнорирует ограничения, то есть она их просто игнорирует, и соответственно герои, которые раньше там были зефиры, неубиваемые, фрея то особенно, фрея отлетает только так. А вот фрея, посмотрите, фрея ушла, а вот зефир пробил на полную. Плюс на зефире, возможно, отражалка была. И, возможно, скорее всего, она и есть. То есть отражалки в такой сборке герой боится. Даже в любой сборке, тут в любом случае на PvP локации надо думать что-то с подашкой, потому что ну, так опять зависло. Видите, не выдерживает игра еще нагрузки. То есть на PvP локации однозначно надо ПДшка, плюс еще какие-то, не знаю, таланты, но пока огненка, это чисто так, тефный вариант от Зефира, потому что он шатает очень-очень больно.
Поехали еще в рейды, пойдем на другие локации. Вот опять огник. Как видите, пробивается на ура. Все зависит, конечно. Сейчас мы дойдем опять до оккультиста, мы на нем просто зависнем. Может, и не смотря какая сборка, конечно. Но вот видите, что делает. У нее дамага, блин, реально прилично. Оккультист тоже с... не слился. Вот Зефир миссает. Он не попадает. Ну, в любом случае надо на уклонение собирать. Вот смотрите, Зефир 30. Он просто не попадает по ней. Она его добирает налегке. Поэтому говорит, что она не топовая. Она однозначно круче этих героев на сегодня. Такс. Ну, на атаку сборку я вам покажу. Вопрос здесь, что лучше, обряд лечения, либо священный суд? Мне кажется, священный суд по нескольким причинам лучше, он будет резать общий деф, это раз, ну, точнее, общую атаку, и плюс будет увеличивать отхил. Здесь, конечно, плюс 60 хп, 60%, но там все-таки будет покруче отхил, в два раза причем. То есть мы, по сути, перекроем. Ну, каждому герою по-разному. Единственный, самый большой минус у героя, она останется. То есть, как бы вы ни старались, она очень сильно уязвима к стану. Вот такая вот у нас сборка. Ну, то есть, хватает уклонения всего. Пробовал я тоже ее с ожогом, но, в принципе, тоже как вариант. Но все-таки огненка режет опять того же Зефира и входящий урон. Ожог, конечно, тоже срабатывает неплохо, но немножко не то. Вот, смотрите, сейчас получается в таком случае, когда мы будем воевать против Зефира, Зефир каждым зарядом нас будет, каждым миссом заряжать все больше и больше, плюс у нас будет увеличен отхил два раза. Если брать обряд лечения, там только добавляется хп и отхил с удара, с руки. В таком случае вот священный суд для нее вообще идеальный. То есть рано или поздно Зефир вот сливается, уже наполовину слился. У него всего лишь 180 отхила, 180к. У нее, я не знаю, он маскировку ушел, но он ее уже не пробивает. Из-за того, что миссает, он ее больше восстанавливает. То есть священный суд для нее все-таки будет поидеальней. В плане PvP локации. Ну, возможно, на урон ее соберем еще. На максималку посмотрим. Что будет с уроном, там, конечно, она будет давать круто, но мне кажется, она будет дохнуть очень быстро. В общем, до этого дойдем. Что-то я под хрип уже с этими обзорами на Мэри. Ну, как видите, Зефир по чуть-чуть постепенно проседает. Она тоже проседает, но у нее отхил круче все-таки. Ну, единственное, если будет Зефир, опять же, с нормальным уклонением, надо точность. Они друг друга однозначно не убьют, потому что у нее мало точности. Если брать варианты... Посмотрите, что она творит. Там что Космо, там... Чем больше уклонения на ней, Космо не будет просто попадать. Вот видите, Космо, они даже энергию не набирают. За счет того, что у нас тут 13к. Можно еще, мы еще потом подкачаем, сделаем больше, где-то 16 будет. На максималке еще докручу. Ну, как видите, вот стан прошел. Вот единственное, что, чего она боится, это стан. Ну, урона, дамага у нее хватает. Я не вижу смысла. У нас хватает дамага. Во-первых, от этого. Да,
танца лезвий, здесь получается плюс 200 атаки, этого хватает с головой. Ставить еще здесь атаку, ну как вариант попробуем, пишите какой атакующий талант вы хотите увидеть, там пакт, я не знаю. Но я думаю, что этого вполне хватает. Вот поехали на фобу. Смотрите на ее жизнь. Опушка стоит без проблем против него. Это то же самое, что и оккультист. Немножко подхила и все. То есть основная ее задача на сегодня — это слив именно фрей, то есть забирание защиты. Ну вот смотрите, начала проседать на отражалке. Конечно, она не особо проседает. Там фоба у нас с выживанием. То есть видно, что нули проскакивают, то есть там выживание, соответственно, у нее ноль отражалки, братки. Но вот когда нормально попадает, она сразу наполовину проседает за счет своего урона. То есть однозначно, если ставить, то тогда уже ставить подашку, пробовать и суперсилу. Ну, будет скин, я поставлю подашку вторым талантом, потестирую. Вот Космо, она... Космо не страшен. На голубях она тоже зависать не будет. Вот пошли у нас герои. Космо, Феникс. Они все миссуют, как видите. Она их дамажит. Минус Феникс. Сейчас будет минус Космо. А Феникс резнулся. То есть герой обалденный. Ну, я не знаю, вальс ему однозначно надо ставить для отхила с уклонением. Это однозначно. Для урона, для дамага. Ну, если будут отражалки, то тогда подашку ставить талантом пробовать и суперсилу, чтобы дамажил побольше. Как вариант, если собирать сборку на атаку. Но это надо еще тестировать, смотреть, пока скинов у нас на немке уже давали скин, у нас пока скинов не было. Ну, видите, по огнику она миссает. То есть нету точности, огник будет держаться. Точно так же и Зефир, и остальные герои. Если будет дофига уклонения, у вас не будет точности, это все печально. Ну, можно будет наролить точность на питомце. Попробовать выролить одну точность. И это, в принципе, будет хватать. Пробивать будет получше. То есть вот такой вот вариант, как видите, тоже присутствует. Надо сделать. То есть на всех все равно сборку не сделаешь, поэтому... Либо у нас нету возможности качать разные герои, к сожалению. У нас сделали линейку героев, что там чарки, созвездия, они могут сразу же таким же героем, сразу же идут. Это печально. Лучше было бы, чтобы они были все раздельные. Так, с этим разобрались, поехали, покажу вам ее на подземках. Бегали мы вчера, я на стриме уже показывал, покажу вам сейчас еще. Ну, то есть вы поняли, священный суд, обряд лечения, это такое, ну, суперсила, это для такой еще вариант, это надо будет еще потестить. То есть такой вот вариант, ну, вот вам сразу же минус, это стан. С башни будут станет, как только башни станет, все. Герой просто, его легко убить, попасть. То есть он ничего не может сделать, вот это самый большой минус, то есть надо думать про защиту от стана. Но когда атакует, то, конечно, тут все разлетается в клочья. В чем не атакующая сборка, я не знаю, что она там будет выдавать. Атакующие. Я попробую собрать ее с пактом. Это, конечно, жесть. Ну, вот стан. То есть вам минус сразу же героя, это стан. Если взять кошмарки 8, здесь асурики, отражалки она будет, так то она держится просто, ну, на изи, на ура. То есть орнитоптеры, видите, она может с таким уклонением свободно держаться.
Ей, по сути, пофиг. Ну, этот суперпад еще решает очень много, потому что он дает там 4 с копейками уклонения. Как видите, она постепенно себе слила всех рядом. И эти не мешают Фрей, да, там взять даже первую. Тут у нас Асурики. Не первая, нет. Вот, да, тут куча Фрей, куча всего. Вот Огник, допустим, да, вот посмотрите, что у нас с Огником, она его просто ушатала за 3 тычки. А, то же самое со всеми голубями, которые подлетают, она их убивает. Ну, понятно, они тут чередом таким идут. Посмотрите, насколько герой кайфовый. Ну, то есть это для прохождения, потом я буду тестировать ее на подземках отдельно. А, поехали дальше. Аренка. Вот тут у нас противников, конечно. Это именно PvP-шный герой. Для забытой. Я сам еще в забытой, честно, не смотрел на нее. Как она, что она. Атлант. Ну, Атлант, наверное, не доживет. А, вот включился Атлант, интересно. Она не может зарядиться, видите? Блин, жалко, Атлант включился, и она по нему не била. Странно, кстати, здесь она смотрится. Они по ней не попадают, но она дамажить не может. Там, видимо, корки у героев. Да, ей бы, конечно, иммунитет. А, тут стрелок, у нас еще стан. Ну вот стан, стрелок, это именно то. Но они все равно в основном миссают. Смотр сейчас доберет. Она-то их бы с тычки слила всех. Но видите, то есть герой... Так, стрелка добивает. Смотрите, на Атланте что делается, наполовину просела. Вот ее основной удар, еще дополнительный, она как гарпия бьет. Вот этот вот удар, скилл, такой же, как у демона. Так, нету таких противников прям. Огник, смотрим внимательно. Понятно, он здесь не прокачанный. Огник, Фрея, Осмо. Так, Огник у нас улетел. Там у нас кто остался? Махатма. Это, ну, они просто убили. То есть в таких локациях она реально, можно ее соло выпускать. Она будет и держать, и тащить. Против Дрейка, понятно, Дрейк сейчас улетит. Нету по одной дорожке никого. К сожалению. Просто герои, у которых были ограничения, они отлетают.
Вот обратно же Фрейя снизу, посмотрите, она ее просто достала, зашотила. Ну, они там обошли с другой стороны. Кстати, интересно будет еще против Асурика, но он там, скорее всего, не прокачанный. Да. Нету противника. Ну, для арены этот герой реально очень круто подходит. По центру выпускаете, он бьет по всей площади. Все там по мне хватает. Нету что-то никого по центру, а вот есть. Вот Космо миссает. Ну а дальше просто изи. Ну, самое основное это то, что у нее ограничение 4,5 секунды, вы по ней бьете, она урон не получает. 1,5 секунды она только уязвима. То есть мега пвпшный герой. Варианты сборки, конечно, разные есть, но уклонение однозначно это топчик, как и Ронину, в принципе. Ронин в инвиз уходит, а это просто имеет обалденнейший неуяз. Самое главное, чтобы она включилась. Так, ладно, поехали дальше. Поехали на забытую. Так, что тут у нас? Что тут у нас есть? 30-й огник. Был. Как видите, просто улетел. Тут там еще ворожей. Еще кто-то не вижу. Ну, в общем, как видите, здесь это просто идеальнейший герой будет. Просто идеальный для этой локации. Самый большой шанс это убить ее до того, как она зарядится, включится. Если она будет с ремкой, она сразу же автопрокер. Она сразу же включается. Ну вот Свалин еще держался чуть-чуть за счет ожога. А так, я не знаю, без вариков. Зефир с Овником вот еле-еле справляется, а она просто его разбирает. Она бы тут за 2 секунды разобрала. Ну, то есть разница, как видите, вот для чего она нужна. Именно для разбора таких героев, которых сложно убить на сегодня. Кто там у нас еще остался? Фрейя. Да, вот Фрейя, то есть ее он тоже не убивает, да, в определенной сборке. Фрейю сложно убить. Уже пофиг все. А вот на Асуре проседает. Ну, опять же, это ненадолго. Вот за счет уклонения у него столько отхила, что... Ну, плюс питомец, конечно, очень крутой. Супер паты реально тащат.
сожалению, все. Еще интересно будет против Ронина, я не знаю, какой там тут слабенький. Героя. В общем, не знаю, пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Как по мне, это реально очень обалденный и балансный герой на сегодня. Посмотрим, что будет, конечно, дальше. Никто не знает этого. Но я попробую подняться в топе. Здесь и потестировать еще. Но пока герой реально очень крутой и очень неплохо заходит. Именно против Зефира, Вогников, которых реально сложно убить. Есть, конечно, нюансы. Можно недомоганием порезать от хил, точность побольше, чтобы попадали. Но у героя есть неуяз, довольно-таки неплохой. Ну вот видите, слили без проблем. Точность есть на героя. Они попадают, она не попадает. Варианты всегда есть, но если дать ей нормальный подхил и она будет в пачке, это просто будет жесть. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.